Приветствую вас на YouTube-канале «Наследство монет». Рассмотрим серию выдающейся личности Украины, монеты Украины, с медно-никелевого сплава. Монета Георгий Вороной, номинал 2 гривны, 2008 года, описание и стоимость монеты. Посвящена великому ученому, одному из известнейших математиков мира Георгию Вороному, который родился в 1868 году. Георгий Феодосьевич Вороной обогатил математическую науку значительными открытиями, которые носят его имя. Сфера применения его разработок – от компьютерной графики до геометрического моделирования и создания искусственного интеллекта. В наше время работы Воронова используются специалистами разных отраслей знаний практически во всех странах Европы, в США, Канаде, Японии, Австралии, Гонконга, Новой Зеландии и тому подобное. На аверсе монеты стилизована и изображена диаграмма Воронова, вверху – малый государственный герб Украины и размещены надписи «2008 вторых гривны», слева полукругом – Национальный банк Украины и логотип монетного двора Национального банка Украины. На реверсе монеты изображен портрет Георгия Воронова, слева, справа, диаграмма Воронова, годы жизни 1868-1908 и внизу полукругом надпись «Георгий Вороной». Рыночная цена на 5 июня 2020 года монеты. $3 США. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, дизлайки, жмите колокольчик и подписывайтесь на мой канал. Удачи всем!